Глава Северского района Адам Джерим с главами службы поселений провели выездную проверку хода подготовки котельных к осенне-зимнему периоду. Ее цель – оценить качество объектов жилищно-коммунального хозяйства, заранее выявить проблемы и устранить их до начала отопительного сезона. Адам Джерим призвал коллег завершить все подготовки до 1 октября. Ориентир к 1 октября. Все должно быть идеально, капитально. Все. Я сказал, коллеги, общая задача – получить паспорт готовности, значит, и все снять все вопросы Ростехнадзора. Постоянно какие-то получаются перебои, то с оплатой, то с зарплатой, то с подачей, то без подачи. Чтобы, давайте вот, да, на берегу договоримся, коллеги, 4 месяца достаточный срок, чтобы навести порядок, если ежедневно заниматься системой. Также глава посетил отремонтированную детскую художественную школу в поселке Ильском. Капитальный ремонт в ней провели в рамках национального проекта «Культура». После Адам Джерим оценил состояние дорог в поселении.